Ну, вот вроде получше сейчас настроение у Леонида Кучука. Ему все-таки уже уверен в победе своей команды. Зарабатывает еще футболист Арсенала угловой. Неплохой проход сейчас левого фланга получился у Александра Кабахидзе. Вот сейчас был на ваш игра. Видите, как он сумел уйти от подката Виталия Вернидуба. Не удалось Каменюке прорваться. Кабахидзе. Хорошо. Валяев. Каменюк. Микарюнас. Хорошо, Кабахидзе вошел в штрафную. Удар! Браво, Постранский! Все правильно делал Кабахидзе. Ну и браво, браво, Виталий Постранский.